что информации нигде нет. И приехали позырить. Но как бы была уже ночь, никто не решил, не поплыл на тот берег. Сидели просто, жгли костер и слушали музыку их всю ночь. А вот сейчас будет там более интересный фестиваль. Сейчас мы... Такие насыщенные здесь места, как программы. Ну, это в этом году. То есть мы как бы каждый... Ну, вообще ищем все, что происходит, и стараемся куда-нибудь кататься, позырить на халяву. На велосипеде можно проехать куда угодно. Любую закрытую территорию. Ну, пусть как бы речка, Волга, лес, шашлыки и так далее. Вот, Макс, вот здесь где-то можно воду набрать. В принципе, за 2 часа мы доехали. Мы ехали с таким темпом. Ну, прошлую субботу мы 4 часа ехали сюда. Да? Ну, километраж 19 километра из юности. То есть, в принципе. Так. Так, у вас там получше.